Здравствуйте, друзья! Сегодня мой новый обзор, как обычно, вновь посвящен датчикам для экосистемы умного дома Xiaomi. И сегодня на обзоре будет вот такой вот, на мой взгляд, достаточно редкий датчик, про который я лично еще ничего не знаю. Это датчик обнаружения дыма. Этот датчик произведен совместно либо для компании Xiaomi, компании Honeywell, которая является довольно известным производителем на рынке вот таких устройств. И сегодня я расскажу вам про вот этот вот датчик и попробуем разобраться и проверить, как он все-таки работает. Ну, как уже можно было увидеть, коробка сделана в традициях Xiaomi, белый картон, такая вот серая полиграфия. Сзади у нас технические характеристики, из которых можно прочитать, что размер устройства 90 на 90 на 36 мм. Работает он через ZigBee, но это было ясно, так как в меню добавления устройства эти датчики есть. Есть такой датчик и датчик обнаружения газа. И элемент питания здесь CR123A. Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 50 градусов. Ну что ж, давайте откроем и попробуем разобраться, что же это такое и с чем его едят. Так, приступаем к вскрытию. Вот он наш герой обзора. Вот так вот, чтобы было его лучше видно. Датчик. На лицевой части написано, есть эмблема Midja. Вот такой вот щит. И название компании Honeywell. Здесь также есть держатель съемный. Я так понимаю, что предполагается установить держатель, даже судя по всему, на винты. И на него уже накручивать датчик. Также здесь в комплекте, я сейчас дам более крупный план, вот так, чтобы все было видно, имеется батарейка CR123A. И вот такой комплект. Здесь крепление. Крепление, как я вижу, два шурупа с дюбелями и две полоски скотча двухстороннего. То есть можно, в принципе, не только привинтить жестко. Так, извините. Вот. Не только жестко привинтить, но и наклеить на скотч. Так, вот, собственно говоря, как выглядит этот датчик. Здесь для батарейки отсек. С задней стороны видно. Давайте посмотрим внимательно, сейчас крупным планом, что же здесь у нас сзади. Здесь имеется три отсека держателя, которые должны входить вот в эту планочку. Вот таким образом. Сейчас попадем. Ага, здесь они не симметричны. Вот так надо ставить. Вот он так будет выглядеть с планкой. А планка, в свою очередь, прикручивается либо при помощи саморезов, либо при помощи двустороннего скотча. Сейчас посмотрим. Вот такие у нас две полоски двустороннего скотча. Я думаю, что я воспользуюсь, скорее всего, им. И также при необходимости, если вы хотите прицепить это намертво, так, чтобы было лучше видно, давайте я компоную. Вот весь комплект крепления. Так, размеры, в принципе, были указаны на коробке, но можно на всякий случай проверить. Так, диаметр. Ну да, действительно 90 миллиметров. И толщина у нас полная 30, видно, 6 миллиметров. Причем обратите внимание, вот такое вот интересное здесь устройство, видите, здесь такой воздухозаборник, что ли, вот, для того, чтобы дым мог попадать. Вот, и здесь вот давайте как-то так поставлю. Есть еще кнопочка, я так понимаю, кнопка сопряжения. Вот. Так, давайте еще, пожалуй, взвесим. Так. Давайте узнаем, сколько он весит. Этот датчик, ну, на ощупь он легкий. И вес всего
82 грамма. Думаю, что на ровной поверхности, а потолки обычно ровные, 82 грамма он удержит нормально этот скотч. Так, и давайте попробуем вот так вставить батарейку. Вот так у нас вставляется батарейка. Ну, я думаю, что все догадались, что с батарейки нужно снять защитный вот этот вот упаковку, чтобы были контакты. А теперь давайте попробуем подключить наш датчик к системе и после подключения проверить его, как он реагирует на дым. Воссоздадим условия пожара. Начинаем с нашей любимой вкладочки Devices и нажимаем «Добавить под устройство». И здесь выбираем нужный нам датчик, это Smoke Alarm. Значит, длинная тревога. Вот, просит нажать на кнопку, что я и проделаю. Вот. Есть. Устройство добавлено. Добавляем какую-нибудь комнату. Smoke Alarm пусть так и называется. Так, ищем, где наше устройство. Вот оно. Так, отдельного плагина управления у него нет. У него есть только вот такое вот окошко настроек, похожее на датчик движения, там кнопку и всякое такое. Это выбор сцен и лог срабатывания. Давайте посмотрим, что у нас со сценариями. Так, он, естественно, может быть только условиями. Здесь только одно условие. В принципе, тут иероглифы, но я могу сразу сказать, что это обнаружение дыма. И результат, какой-нибудь результат. Ну, результат здесь любой. Например, шлюз. И будем проигрывать какую-нибудь мелодию. Может он проиграть мелодию? Или там включить, давайте включим свет. Хорошо, мелодию не захотел играть. Включение света на шлюзе при обнаружении дыма. Ну, здесь понятно, можно выбрать что-нибудь другое. Например, там send notification на устройство. Можно там включить какую-нибудь там розетку, которая будет включать пожарные краны, заливать все водой. Но это уже на ваше усмотрение. Смысл этой сцены, я думаю, понятен. Обнаружение дыма и что-нибудь, чтобы происходило. А сейчас я попробую взять пару спичек, какую-нибудь бумажку зажечь и посмотреть, как он реагирует на дым. Итак, вот он, свежеподключенный наш датчик дыма. Вот, как вы видите, сценарий, который я только что создал. И давайте проводить полевые испытания. Эксперимент номер один. Реакция на спички, то есть достаточно слабенький дымок. Берем, скажем, сразу 4 спички. Вот. Поджигаем их и окуриваем дымком. Дымок слабенький, но никакой реакции я не вижу. О, есть. Есть. 4 спички. Ого. Сработала сигнализация на шлюзе. Ой, очень пронзительно кричит. Все, на кнопку нажали, он заткнулся. Работает. 4 спички вызвало реакцию. Что тут сказать? Действительно работает. А это реакция шлюза, к которому подключен этот датчик. Он вроде ведет себя не по сценарию, так как в сценарии указано просто включить свет. Я сейчас попробую вообще удалить сценарий и посмотрим, что по умолчанию будет делать шлюз. Итак, эксперимент номер два. Кстати, смотрим, сколько алармов. Smoke Alarm, Smoke Alarm. Видите, это все Smoke Alarm. Ой, извините, не туда зашел. Так, сейчас попробуем удалить. Кстати, как он здесь появился, вот видите, Smoke Alarm датчик. Вот, попробую сейчас навестись.
Вот так выглядит этот датчик. Так, давайте сейчас попробуем сценарий, вот этот, что я создал, удалить. Сейчас обновляется. Исчезай. Вот, все. Исчез сценарий. Все, никаких сценариев нету. Шлюз просто подключен, датчик дыма просто подключен к шлюзу. И сейчас попробуем повторить наш эксперимент. Зажигаем спички. И пошел дымок, окуриваем дымком. Так, сработает он на этот раз или нет? Слабенький, видимо, показался ему дымок. Я зажег на этот раз, да, тоже 4 спички. С одного раза получилось, с другого нет. Ну ничего, не унываем, давайте зажжем что-нибудь посильнее. Так, разожгу 2 спички, добавлю к ним еще несколько. Вот так. Хорошенько пусть разгорятся. Вот такой огонек. О, дымок хороший пошел. Окуриваем наш датчик. Видите, на этот раз он работать не хочет. Видимо, дым от спичек ему показался на этот раз. А, нет. Сработал. Ой, как громко. Такая маленькая коробочка дает такие шумные звуки. Все, выключаем. Сейчас посмотрим, что шлюз делает. А шлюз опять гавкает. Это собака гавкает. Это такой звук стоит на срабатывание сигнализации, аларм. Вот, то есть, в принципе, у него... Ой, извините. Уехали из-за красного света, камера плохо наводится. Срабатывается аларм. Если у вас на аларм будет стоять там какая-нибудь полицейская сирена, оно, соответственно, будет полицейской сиреной жужжать. Ну вот, как мы можем убедиться, действительно этот датчик работает. Вот на телефоне опять куча алармов. Вот смок аларм, смок аларм, смок аларм, это он орет. То есть даже находясь вне дома, вы увидите, что что-то дома происходит не то. И если у вас есть камеры наблюдения, типа таких, про которые я рассказывал в своих прошлых обзорах, и немножко заспойлерю, расскажу в одном из следующих обзоров еще про одну камеру для умного дома Xiaomi, вы сможете сразу, не отходя от кассы, как говорится, зайти и посмотреть, что у вас дома происходит. Тут я даже немножко дымом его испачкал. В общем, датчик... Испытание прошел, можно сказать, что датчик годный, готов к использованию. Ну, а дальше, как он себя покажет в жизни, мы уже посмотрим. В завершение обзора осталось добавить, как датчик себя ведет в системе умного дома Xiaomi. И что-то здесь вот появилось новое. Датчик называется Xiaomi Smog Detector. Вот. В системе умного дома он также есть. Его можно добавить как устройство. Так, и посмотрим, как он, какие у него есть состояния. Вот, Xiaomi Smog Detector. Прекрасная новость. Датчик у нас работает в Домотиксе. Что он умеет здесь делать? Тип Smog Detector. Так. И что у нас здесь, журнал состояний какой есть? Есть уже какие-то срабатывания? Да, on-off, on-off. Ага. То есть, в принципе, он у нас работает как обычный выключатель. И мы можем на его срабатывание поставить тоже какое-нибудь уведомление. Включить сигнализацию. Что будет, если его включить? И есть сброс. Ага, то есть его нельзя включить программно. Так, ну естественно, идет сработка только по его, скажем так, срабатыванию, обнаружению дыма. Ну, в принципе, можно провести, сейчас я попробую еще один эксперимент, еще раз попробую его окурить дымом.
и посмотреть, что у нас появится в журнале работы умного дома Xiaomi. Ну, только что я проделал такую же операцию. Может быть, вы слышите на заднем фоне, как гавкает шлюз. Датчик включился-выключился. Сейчас посмотрим по журналу работы. Вот, 18:35, это текущее время. Он включился и выключился. То есть он работает, в принципе, как выключатель. Можно использовать его таким образом в сценариях умного дома Domotix. Ну, на этом, дорогие друзья, все. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели мой обзор. Как всегда, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Вот, постараюсь на них ответить. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на мой канал, буду рад, если вы на него подпишетесь. До свидания, до новых встреч.